do. Science and travel. Привет, ребята! Мы добрались наконец-то до ЦЕРНа. И сегодня настал тот день, когда мы вручаем письма нашим победителям. Поехали! Итак, друзья, это письмо, которое отправляется в Севастополь Ирине Шипицыной, победительнице нашего конкурса репостов от канала Do Science and Travel. И сегодня вы узнаете, что же именно мы ей отправляем. Итак, мы уже подписали, приготовили открыточку, которую вы видели. И вот такой набор кварковых карандашей. 6 различных кварков и 6 различных лептонов. И все это на коробке с карандашами. Так что, Иришка, это все отправляется к тебе. Севастополь, я надеюсь, ты проявишь свои творческие способности. И мы надеемся, что эти кварковые карандаши помогут тебе в твоем волшебстве и творчестве. Дерзай! Опа! И... Та-дам! Конверт запечатан. И мы отправляем его в Севастополь. Надеюсь, дойдет. Те ребята, которые были с нами с самого начала, основания нашей группы, знают, что самый первый конкурс, который мы устраивали, носил интеллектуальный характер. Вам нужно было отгадать, что значит церновский знак, который был изображен на фотографии. И тогда у нас был определен победитель, им стала Елена Павлова. Но, к сожалению, первое письмо, которое мы отправили, из Германии не дошло. Поэтому мы даем второй шанс и отправляем непосредственно, Елена, вам письмо из ЦЕРНа со значком. И я надеюсь, что вот сейчас это письмо непременно до вас дойдет, до города Челябинска. Так что, Челябинск, жди, открытка идет. Отправляем. А вас, друзья, впереди ждет еще много интересных конкурсов и таких же необычных и удивительных подарков из ЦЕРНа. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас. С вами был канал Do Science and Travel. Всем большой привет из ЦЕРНа!